Симметричные объекты настолько распространены в окружающем мире, что наши предки, должно быть, заметили их очень рано. Действительно, симметричным структурам был дан специальный магический статус. Одержимость греков геометрическими формами привела их к перечислению платоновских твердых тел и украшению своих зданий различными симметричными узорами. В древнем мире симметрия была синонимом совершенства, что может быть лучше, чем круг или сфера. Солнце и планета, предполагалось, обращаются по кругу вокруг Земли. Заняло достаточно много времени, чтобы перейти к менее совершенным эллипсам. Конечно, многие формы в естественном мире наделены малой или вообще не наделены симметрией, но многие почти симметричны. Апельсин близок к совершенной сфере. Люди почти симметричны относительно вертикальной оси, но не совсем. И древний человек должно быть был осве осведомлен об этом. Мог ли этот недостаток точной симметрии наблюдаться как признак несовершенства? Должно быть ясно, что высокосимметричные объекты особенные. Но любопытный факт, что математические структуры, которые генерируют симметричные узоры, не изучались систематически до XIX века. Конечно, нельзя сказать, что симметричные узоры были неизвестны или пренебрегались. Посмотрите на мавров в Испании, которые демонстрировали 17 различных способов облицовки плоскостей на стенах своих дворцов. Иварист Галуа в своем изучении корней полиномов в степени больше 4 приравнял задачу к задаче о множестве подстановок, образующих математическую структуру, которую мы называем группой. Физики изучения кристаллов вызывает удивительно правильные паттерны, которые описываются в терминах симметрий. В 20 веке с появлением квантовой механики симметрии заняли центральную роль в изучении природы. Важность симметрии усилилась в стандартной модели элементарных частиц, что указывает на то, что природа проявляет больше симметрий в малом, чем в большом. В космологических терминах это означает, что наша вселенная появилась из большого взрыва, как чрезвычайно симметричная структура хотя многие ее симметрии больше не очевидны сегодня. Как древний кусок керамики, некоторые ее части не пережили века, оставляя нас сегодня с осколками. Это очень приятный концепт, резонирующий с древнегреческим идеалом совершенства. Появилась ли наша Вселенная при Большом Взрыве с идеальной симметрией, которая постепенно разрушилась космологической эволюцией, или она была рождена с внутренними дефектами, которые сгенерировали разрушение симметрий. Это выдающийся вопрос, на который некоторые физики пытаются ответить сегодня, используя концептуальные модели идеально симметричной Вселенной, то есть суперструн. Некоторые симметрии окружающего мира настолько широко распространены, что их сложно идентифицировать. И результат эксперимента, выполненного студентами, не должен зависеть от времени и местоположения парты, на которую он был выполнен. Их результаты должны быть нечувствительны к сдвигам во времени и пространстве. И как следствие, время и пространство трансляционно инвариантно, соответственно. Но существуют тонкие проявления симметрии. Великий Галилео Галилей сделал тривиальные наблюдения. Когда ваш корабль плывет по гладкому морю с ровным ветром, вы можете закрыть свои глаза и не чувствовать, что вы движетесь. Даже лучше, вы можете выполнить эксперименты, исход которых такой же, как будто вы стоите неподвижно. Сегодня вы можете поставить свой бокал с вином, пока летите на самолете, на крейсерской высоте, не боясь за то, что он прольется. Великий гений в том, что он возвысил это до принципа относительности. Законы природы не зависят от того, находитесь ли вы в покое или движетесь с постоянной скоростью. Но изменение скорости вы можете чувствовать небольшая турбуленция приведет к тому, что вино прольется. Наш повседневный опыт в этом мире осложнен тем фактом, что доминируют силы трения. В ситуации, когда их, их эффектом можно пренебречь, простота и симметрия, в каком-то смысле аналогичные концепты, проявляются. В соответствии с квантовой механикой, физика происходит в гильбертовых пространствах. Странно, как бы это ни звучало, но мы привыкли жить с этим, поскольку это подтверждается Экспериментальными данными. Конечно, эта абстрактная идентификация физической системы с вектором состояния в гильбертовом пространстве будет в конечном счете показано, что она не полна, но невообразимым сейчас образом, который вовлечет некоторые другие странные математические структуры. То, что природа использует те же математические структуры, изобретенные математиками, это выдающаяся загадка указывающие на то, что наш мозг так работает. Какой бы ни была истинная причина, математические структуры, которые находят естественное представление в гильбертовых пространствах, получили чрезвычайно огромный физический интерес. Выдающимся среди них являются группы, которые удовлетворяют специфическим аксиомам, описывают преобразование этих пространств. Физики в основном интересуются тем, как группы действуют в гильбертовых пространствах.